Любишь ничего. Вот. Попёрло. Тихо слышу. Вот и норм. Да. Жги, пролист, жги. Давай. Забацай парк своей мечты. С блэкджеком и шлюхами. На луне. Да. Построй свой лунопарк с блэкджеком и шлюхами. Лиз что-то пишет про блэкджека и шлюх. Нет, я пишу. А, это ты пишешь. В общем, тогда про Лиз стоит пауза. А, ну он тоже пишет только в чатик в стриме. Я думал, он что-то про блэкджека и шлюх. Мануал, что-то. Опять ты про лист, блин, сатир поставил, черти где. Пацаны захочет сайт и обоссутся, пока будут идти. Нет, он наоборот, он поставил там чуть ли не рядом с аттракционом напротив входа. Вышел, поссал, вышел. С одной штаны не стек, с другой я сам вылил. Что-то типа такое, хотя у него одни аттракционы, какие-то детские забавы. Нет, ну пока еще нет, ну не рядом же с кофейней, нет, зачем? А почему, кстати, не исследуешь этот, почему ты не исследуешь, типа, дорогие, клевые сортиры, там, типа, раздельные, которые красивые, раздельные, да, не воняют и так далее, почему ты предлагаешь своим посетителям срать в яму земли? Кстати, мне вспомнились сортиры из игры The Movies, а точнее их описание. Там самые продвинутые это сортиры были с таким надписью. Эти сортиры настолько чистые, что можно есть гамбургер после того, как вы в них сходили. Ну, я не старшал с такого. Ну, я вообще бы не рискнул, конечно. Там что-то типа... Наши сотрудники убирают их так, что вот... Вы можете после этого спокойно жрать с них. Замечательно. Обязательно найду такую сортиру себе. Пол Москвы объезжу, но найду. Найду сортир, в котором можно жрать гамбургер с унитаза. Хотя я знаю, что я такое не найду, потому что бабушки, которые охраняют сортир, они ничего абсолютно не делают. Они только берут 20 рублей и ни хрена не делают. А, они еще смотрят, чтобы не угнали кабинку. Это очень важно. Ну, не знаю, по поводу угнали или не угнали. Конечно, я не пробовал никогда угнать кабинку. Нет, просто я опять же вспомнил другую игру с Нандрай, сколько ей надо было настройки закинуть и залить цементом. Не, ну настройки это настройки. Настройки это одно, а вот как бы на улице, уличный сортир, которые бабушки охраняют. Стройка это стройка. Стройка и так сохраняемый объект. Теоретически. Но почему-то нам никогда это не мешало лазить на стройку. Ловить там котов, например. Или играть в салочки. Знаешь, как весело играть в салочки на стройке. Красавка. Да, в прятки особенные. А потом падать с пятого этажа и разбивать себе голову. Тоже весело. Романтика. Ну, у нас такого не было. Но я слыхал, что было. Что где-то было. Меня вон... Недалеко от дома стоит... Очень офигенно. Стоит два здания. Хотели строить третье такое же. В итоге сделали первый этаж и забили.
И уже 15 лет стоит. Ну и правильно. У нас, кстати, тоже что-то подобное было. Только я вот не знаю, оно, ну, типа, сейчас еще стоит, не стоит, я просто вообще... Я помню, что когда был маленький, то есть мы проезжали на маршрутке с мамой, я постоянно у нее спрашивал, мама, а что это вообще, за хрена мне вообще, что это? То есть каждый раз, как мы проезжаем, она вот каждый раз стоит. То есть и каждый раз они его не строят, мама, что происходит? Мать, объясни мне, что тут не так. Она говорит, а его начали строить и что-то забросил. И вот так, в общем. Да, он, блин, я там живу. В доме он относительно свежий, но он говняно построен, потому что не было денег. Потому что он построен в 93-м году. Когда у нас сам знаешь, что было. Ну, мой дом, например, построен в 91-м году. Но 91-й там еще союз не настолько распался. Нормально он уже распался. Самое оно. Ну, у меня он уже когда все, что можно, сперли и строили из того, что осталось. Примерно так он и строил. То есть, если ты зайдешь на. То есть, ты заходишь на кухню, у тебя посреди кухни дерево торчит. Нет, не настолько это. Нет, не настолько плохо. То есть у тебя запросто может, например, кусок пенопласта, например, упасть с потолка. Там, не знаю. Там, не знаю, утепляли бутылками. То есть ты там можешь опереться на стену, и провалишься, и вывалишься из квартиры. То есть так все плохо. Или не настолько? Не настолько. Все равно. Есть места, где экономили беспощадно. Например, пустили на... Здесь у меня в доме нету газа, и у меня электрическая плита. На электрическую плиту пустили алюминиевые провода, а не медные. Вот такая херь есть. В смысле, провод, что ли? Угу. Ну, это не... Знаешь, старая система. У нас, например, архитектор замечательный. У нас получается, что у нас такая замечательная планировка, что типа в трехкомнатной квартире вот, у нас как раз трехкомнатная. Да, но я у тебя улицу на за окном слышу лучше, чем тебя. Это нормально. Я рядом с дорогой. Ну вот, и типа этот. У нас планировка просто замечательная. У нас, короче, в трехкомнатной квартире просто самая мизерная кухня. В двухкомнатной средняя кухня, а в однокомнатной, ну, где теоретически может жить максимум 2 человека, просто самая гигантская кухня. Просто сразу видно талант архитектора просто. У нас... Он гуру был в своем доме. У меня в доме только двушки и однушки. Я в подушке живу. И вот и кухня, и там одного размера, что в двушках, что в однушках. Просто как они сделаны. Вот заходишь в коридор, с одной стороны стоят две однушки, с одной стороны одна двушка. И они, по сути, двушка — это объединенная однушка такая. У нас на этаже у нас две трехкомнатные, две двухкомнатные и три однокомнатные. Вот. Ну, не знаю, по крайней мере, все говорят, что якобы в однушке самая большая кухня питает. Я почему-то более чем уверен, что в двушке самая большая кухня питает. Ну, по крайней мере, там есть чулан. Это точно. Вот. Просто как это вторая комната в двушке сделана. Вот у меня кухня, и у соседей через стенку тоже кухня. Вот. А у них вторая комната по размерам, как эти две кухни. Ну, нормально. Это тебе не, блядь, шестером. На одной, блядь, кухне.
в которой может находиться одновременно максимум 3 человека. Иначе там просто не пропихнуться. Хотя Роман говорит, что в старом доме еще ходит. Ну, увы, я этого не помню, потому что именно в 91-м году родился я, а потом мы переехали. В этом же 91-м году. Ну, мой дом в 93-м закончен, я родился в 95-м. А в 93-м у меня родители поженились и переехали сюда. Можно присесть. Что там пролист творит? Что он делает? Он что-то делает, он что-то он делает, он что-то он какие-то бумажки смотрит. Что это? Истинный бизнесмен. Да, прям как бизнесмен настоящий анализирует. Смотрит, анализирует, прогнозирует. Прибыль, убыток, рост. А может он, может пролист на экономическом учиться? Нет, хотя вряд ли. Тогда бы он его как орешки бы щелкнул. Ну я учусь на... Да, я учусь на экономическом. Че, киаракция что ли? Ты даже этого успел запилить? Че? Он даже этого успел запилить. Че? Ну я думал, тут, чтобы на входе каждому ребенку по шарику давали. Можно сделать типа промо-акцию. Оп, мороженка кончилась. Ну и не задача. Он тренирует став зачем? Офигенными темпами. Чем? Да, став тренирует офигенными темпами в исследовании. Ну, персонаж? Ага. Ну, может, он видит потенциал в этом. Ок. Он поднял теперь уровень. Исследование поменял на изучение деревьев, сортиров и так. А, ну правильно. Сортиры, дорогие сортиры нужны. Я помню, когда мне нечего было делать, я просто все деньги спускал в этом парке на сортиры. Парк валит аттракционов. Да, чего? Пускай детишки развлекаются. Вот как мне друг рассказывал в армии. Мне говорит, отряд один был. Смотрите, туалетные бароны. Короли унитазные. Короче, ну там, они постоянно там все чистили, постоянно убирали, короче, там засоры всякие почистили и так далее. Вот, и, короче, там какой-то старший офицер позвал. Он понял, начали паспорт или что-то, не помню. Ну, не суть важно, короче, офицер меня тут позвал, их и говорит, на, у него личный туалет был свой отдельный. И он говорит, короче, парни, засорилось, прочистили. Ну, они-то вообще типа, зеленые были. И, короче, взяли с дуру, говорят, а что мы типа париться будем, давайте, короче. И притащили этот рукав пожарный. Шланг. Засунули тупо туда шланг, держат руками и, короче, врубают. И говорит, ну как? И говорит, ну как, пошло? Ha 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 ha
Вот это сила. Не просто, короче, ну, естественно, там, ну, пробило, но, естественно, вода не туда потом пошла, из-за давления, она пошла обратно. Просто вышли все вообще мокрые в говне. Самое забавное, они на этом не остановились. Они, короче, в дальнейшем, когда какую-то херню опять проворачивали, они, короче, ОЗК одевали. ОЗК это этот костюм от радиации. Притом его можно надевать даже, ну, типа, он как полностью есть и не полностью. Так, ну, обычно ОЗК типа одевается на школу, на военных сборах, он типа как этот, как плащ такой есть. Вот, а полностью это, короче, с штанами, там совсем, короче, то есть, чтобы вообще ничего не попало. Вот они, короче, полностью его одевали. Полностью одевали, а опять, короче, шланг унитаза врубали. С газиками, с противогазами стояли. Зачищено. Такие вот веселые твои дни, ладно. Давай больше с Валером получается, связано мне. Я знаю, что там еще люди, еще один друг рассказывал, что там была, короче, у них команда пучком. Короче, ну вот, например, там бежишь, например, 5 километров. Бежите, короче, 5 километров, когда, например, кто-нибудь один там отстал. И пока, короче, тут, ну и вот, ну, у кого как, вот, например, у дома у знакомого, типа, было, ну, если кто-то отстал, то типа, чтобы другие, ну, не стали его не ждали, они, короче, упор лёжа принять, и отжимаетесь, пока, короче, пока не придурок не побежит. А у другого, короче, было тоже весело, хуйня, он, короче, это, если кто-то отставал, то, короче, те, кто добегали, вот кроме вот этого придурка отстававшего, ну, точнее, те шли гучком, типа, вот, когда команда гучком была, типа, шли гучком, пока этот их не догонит, и потом еще, потом все идут гучком в штрафной круг. За такого одного придурка. Еще тоже, короче, команды, типа гучком тоже, они, короче, тоже ходили гучком и выдавали эти ножницы, и они, короче, срезали одуванчики. Ножничками. Я тут смотрел в окно и увидел, что только что хренакнуло молнию. Может, сюда у вас нашел дождик, который в Москве. Потом еще рассказывал, ну, типа, один там рассказывал, что у них там какой-то был тоже офицер один, типа, этот фанат этих боев без правил М1. Я же там тоже у него, ну, не то, что ну, фанат, а он, типа, тоже, ну, занимался боями без правил, там, таким днём. И он, короче, к ним туда в часть принёс этот шлем вот этот мягкий, который такой красненький, для тренировок. Он, короче, его называл «Красная шапочка». Если, короче, кто-то провинился, то он, короче, одевал эту красную шапочку. Ну, чувака, этот, одевал боксерские перчатки и давай его месить. А если, короче, кто-то очень сильно провинился, то, короче, ну, боксерские перчатки сменялись этими, которые вот для боев без правил, то есть вот эти такие, тоже такие, тоже мягенькие, с этими, с пальцами обрезанными. И тоже давай их несить. Вот так. Ну, видишь, как надо было еще там тело и... Много нового узнал. Еще одному.
Я рассказывал, как у них один раз росомаки пришли. Он служил, типа, в этой Мурманской области. Там, говорит, у них иногда, типа, мишки приходили, росомаки. Он говорит, как первый раз, типа, росомаки пришли, там, парни чуть было не обосрались, короче. Ну, то есть, медведи-то они, ну, видели. Медведи они, то есть, видели, представляют, что это такое. То есть, ну, как медведь орёт, знают. А потом, короче, говорит, ну, он говорит, я вот, наверное, встал, мне потом рассказывали о том, что, ну, посреди ночи, типа, чуваки начинают браться, короче, этот, какую-то просто херню, типа, нести, блядь, чуваки, блядь, нам страшно, что за хуйня тут происходит, он говорит, что такое, он говорит, блядь, тут ребенок орет, где-то в части ребенок орет, какой ребенок, с дуба рухнул. Это, короче, это росомаха. Росомаха, когда орёт, у них, короче, этот крик похож либо, ну, либо на кричащую женщину, либо на ребёнка. Они об этом не знали. Но они знали, что росомаха — это такой котик. Большой такой котик. То есть все, больше они ничего не знали. Я первый раз росомаху услышал, когда я там, бля, чуть ли не плакал, чуть ли не штаны не уложил. Говорю, чё за хуйня, чё тут происходит, чё это вообще такое? А еще у них там нерпочки были. Такая вот хуйня в армии происходит веселая. А вам уже это не сколько. Не узнаем мы никогда, каково это вставать посреди ночи и бежать 5 километров с гранатомета. А потом сидеть час жопой на камнях. Мы это не знаем. Где надо поставить картошку фри? Рядом с туалетом, да, все правильно. Это логично. Поел, посрал. Я бы даже сделал промо-акцию, я бы, короче, всем, кто сидит в сортире, я бы раздавал картошку фри. Сидишь и ешь. Ну, типа, ты такой вот, ну, ты такой сидишь, короче, срёшь, а потом, хоп, так, такая дверца сбоку открывается, такая маленькая, а вам картошка по акции. Вы насрали достаточно на халявную картошку. Ещё весы в туалет. Вы тут уже довольно давно сидите. Поэтому вот вы. Пролист говорит, если это юмор, то я его не понимаю. Чего именно? Ставить картошку рядом с туалетами? Не знаю, пролист. Твой парк тебе решать. Где ставить сорт? А где он поставил картошку рядом с сортиром? Там нет сортира. Там стоял сортир недавно, но помню. Не, наебал, значит. А я тут понимаю, что я не на бедном пролезу. А я тут понимаешь. А ты меня, значит, наебать решил. О, да, дёрг его. Ну, судя по всему. Вон пролист говорит, я убрал сортир перед тем, как его поставить, вы этого не заметили. Ты этого не заметил. Я этого заметил. Что он там стоял сортир до этого. Ты не заметил, как он его убрал, это плохо. Ну извините, я в этом конце комнаты нахожусь. Это не мешает тебе
грамотно наблюдать за строительством туалета. Что такое? Почему это? Это я могу смотреть в окошко и ничего не делать? Кто-то же должен за этим всем дерьмом следить. Ох, ебать, тебе енотик. А если кроме нас кто-нибудь где-то смотрит, чатик отзовись. Ну что там в чате, отзовись. Я просто возьму да посмотрю. Я, ты, пролист, Грей, который скорее всего не смотрит, Киви, который скорее всего не смотрит, какой-то Лайк Дэнди, не знаю, кто бы ты ни был, Лайк Дэнди, и некий товарищ JTH, ты тут всегда есть, но я не знаю, кто ты. Фиг же жарко, оказалось. Всего-то 27 мая. Дело даже не 27 мая. Дело в том, что казалось бы ночь уже. Да. Тут, блядь, ночью 20 градусов. 20 градусов ночью. Господи. Что за говно? В прошлом летом днем такого не было. Редкость была, чтобы летом было, блин, 20 градусов постоянно. То дождь, то еще какая-то фигня. То ураган летит, то еще что-то случится. 22 градуса на улице у меня показывает. Ну я на термометре не знаю, сколько я буду. Как бы то, что комп мне говорит, что 20. Ну мне комп тоже говорит 22. Говорит неправду. Уже жарко. Охуенно. Как бы эти, блин, началась вся хрень. С дымом? Ага. Чтобы свиньи не дай. Этого не переживал второй раз. Я когда дым в Москве был, свалил нахрен из нее. К сожалению, меня не было свалено. Нет, когда в Москве дым пошел, я за два дня до этого уехал отдыхать. В августе это было. А когда приехал, туда, где я был, уже пошел весь дым, а в Москве уже стало полегче. Вот поэтому я твой, таких деталей я не знаю, не помню даже. Я тут был все время. Это было вообще ужасно. Непонятно было, где лучше, дома или там. Потому что на улице был вообще, просто все было в дыму, очень невозможно было находиться. Духота, дым, дождей не было. Это даже не прибьет эту хрень вообще ничем. А дома тоже, блин, духота, жара, солнце, блин. Все понятно, вообще, я там не знаю, я этим летом, наверное, не знаю, сколько денег вообще на воду потратил. Просто, не то, что там бутылку 2 литра купить, а просто это... литрами закупался. Что реально вообще какой-то невозможно было. Я еще понимаю, вчера я мог еще не заметить, что там 20 градусов. Вчера я в это время только, по-моему, хоккей посмотрел. Я
по-моему. Мы только досмотрели хоккей и уже шли домой. Возможно, немножко пьяный. Всего лишь 5 литров на 3 человек. Чего? Ну, там еще обратно было. Но мы считали только 5 литров. 5 литров и мороженое. Это мороженое. Мороженое добило. Так, это ладно, будет со мной 5 литров и мороженое. Чего? Крил поставил как. А, это Крил. Это магазин с сувенирами тоже какой-то, если не ошибаюсь. И... пойду чайкушать сделаю. Очень невозможно. I'm hungry and thirsty. I'm hungry. I'm thirsty. Вау, Пралис, ты подписался в этой игре своим реальным именем.
Что тут непонятного X-Devlin? Я вот не понимаю. Вполне типичный темпарк. Экономическая стратегия во всем ее, мать ее, понимании. Даже заборчики ставит возле сортира. Такой красивый заборчик, офигенно говняный сортир. Ну, я думаю, будет хороший сортир. У меня это хороший сортир. Ну, он мне там даже петух пляшет. у него даже есть свой личный Миша Маваши. Там в чатике у нас появился X-Devlin. Нафига. Чего говоришь? Ага, нихрена себе. Ага. Короче, просто. Это шок вообще никому не нравится. Ну, прям как настоящий Миш Малыш. А увольнять я его не хочу. Пинай его под зад нахер, мне только деньги все сажают. Либо сделай так, чтобы он платил тебе за то, что здесь пляшет. Да. Сколько петух получает, кстати? Chicken Man. Работает на 15%, написано. А все остальные? А все остальные, я увидел механики под 60 у него где-то. Что-то такое. Chicken Man, да, да, прям. Chicken Man 15%. Я не так понимаю, ставка его? Вот это вот. Wage. Что такое wage? Ну, я говорю, это что, получается ставка? Ну, я говорю, ставка. Ну вот, он получает довольно-таки много денег. И нихуя не работает. Да, он там получает поприличнее некоторых. И при этом работает меньше всех. Так что, нажимай красную ногу и впидай его нахер отсюда. Либо Миша Малашка работает нормально, либо нет.
Детям больше нравится смотреть, как чинит аттракционы, чем ему пляшет петух. Ну да. Ну хоть что-то интересное, да. X-Devin, ты не поверишь еще, как в это весело играть. Когда, особенно когда ни хрена не знаешь. Да, по-моему, уже ушел. Ну ладно. Пускай почувствует маму. Да. Пускай получит мое ментальное сообщение. А почему на паузе буквы в аттракционах бегают в 3 раза быстрее? Да. Я, например, на DOS-боксе не смог это нормально. Она у меня примерно в таком вот режиме постоянно работала. Стоит мне только вот мышку не трогать, и она вот начинает в таком режиме работать. А стоит мне только начать вот двигать мышкой, она более-менее успокаивается. Чтобы, короче, было вот, а чтобы скорость была вот такой, мне, короче, нужно мышкой прописать. Вправо-лево постоянно вообще водить, не останавливаясь. Пролить говорит, у него уже бугорт от этой игры. Нормальная игра. Откатывайся на DOS. А у него был DOS? Да. А, точно, гонка. По мне, так, Theme Park довольно-таки приятная игра, хоть... Вот именно что проходить её, это будет. А играть в неё было вполне приятно. Да. Не проходить ее. Не, я проходить не больно, но я проходить долго, очень долго. Это долго. Ладно, так используем. Офигенно. Мне, я просто сейчас смотрю на список геймгеровский, тыкаю. Мне попалась игра под... Я просто не могу это... Игра под названием Poker Face Paul Solitaire. Poker Face? Чё там Solitaire? Paul Solitaire... Блин, сейчас скину. Короче, вот. Poker Face Paul Solitaire. Ну, типа Poker Face, в смысле. Типа, да. Ну, типа, это так и называется в покере, типа, Poker Face. Ну, естественно, у нас-то как бы, ну да, чуть по-другому, естественно, сейчас выглядит. Как бы, да, в представлении, как бы, в нашем, а вообще есть такое понятие Poker Face. Это типа то, что, ну, не показывать эмоции. Ну, типа, да. Безэмоциональность. Перевести тебе слово комплимент? Your right compliment is bad. Тут надо не... Где мыша? Right compliment. Сейчас узнаем, что такое right compliment. Я правда не понимаю, как ты можешь перевести на самом деле. Right. Замечательно, Google в своем репертуаре. Я как понимаю, кроме как ездить, Google больше не знает аналогов слова ride. Получить езды. Поездка, езда, прогулка, кататься, ехать, плыть, скользить, качать. Другие варианты, может, существительное есть. Поездка, езда, прогулка, дорога, всадник. Аттракцион для катания. Автогонки, аллея. Блин, а как там пролезть все? Комплимент.
Поездка дополнением. Русские котики. Охлади траханье. Окей. Не знаю, что это. Комплект. Дополнение, комплект, дополнять. Что там у тебя было плохо с этим совсем? Right, комплимент is bad. Bad. Как у Майкла Джексона. Who's bad? Где еще кому-нибудь на Генезисе Мунволкер попадется? Я поиграл. Клёвый Майкл Джексон Мунволкер. Ну, я тоже поиграл, но... Мне нравится. Там можно поймать звезду и превратиться в робота. Да, да, да. Что, кстати, очень интересно, потому что я это узнал абсолютно случайно. Потому что как-то с неба упала звезда, я ее поймал. Это было всего один-единственный раз. Ну, за все время, что я вообще играл на музыке. Больше она никогда не падает. Господи, на Game Gear есть Мегамен. Мегамен? Нет. Вот, гейм, Мегамен 1. Ну, посмотри, что на это. Дальше посмотрим, как это выглядит. Я думаю, получше, чем на геймбой. Ну да. Какой неплохой. В смысле неплохой? В смысле, хорошо проиллюстрирован или что с ним? В смысле, хорошо все объяснено? Или он так, или неплохой такой, в смысле, он как Талмуд правил такой огромный, необъемный. Господи, на Game Gear есть Sailor Moon тоже. Определенно это твоя платформа. Давай. Я уверен, тебе пойдет Sailor Moon. Когда ты в следующий раз выиграешь его. Я буду молиться. Чтобы тебе выпало Sailor Moon. Я почему-то уже даже посмотрел, как это выглядит. Это платформер, а не beat'em up. Да? Да. Взлом наше оружие Watch Dogs. Только на PS4 и PS3. Реклама для Ютуба. Понял, да? Star Wars. Вау. Да мне Star Wars выпал на деньги сейчас. Смотри, как что-то у меня на камере. По мне даже кажется графонисей, чем на NES. Или хотя бы на уровне 4. А не, ну явно не первый. По-моему, что-то неправильно ввел, но... Думаю, YouTube меня исправит. Game Gear, Long Play, Mega Man. Сега. Официально понял. Как по? Поняла. Там написано, что она сделана под лицензией Capcom, но не Capcom. Ну, портировано фристайл какой-то там студии, короче.
Какой там фристайл интертеймент. То есть даже сюжет есть в первом Мегамине. Есть. Только он же был описан в мануале. Да, но здесь-то он. Здесь заставочки есть. Ну вот, круто же. Анимированные даже заставочки. Чувака в робота превратили с глазами. На отдельном ушле первым стал роботом. А теперь ты можешь пиздить у всех силу. Здесь даже пароли есть. Шлема лежит, смотри. Здесь даже две сложности нормы хард. Какой-то уникальный Мегамен. Очень долго думает, на какой сложности играть этот чувак. Да. А вот игра-то сама по себе, опять же, урезанная, там 4 персонажа всего. Да, но на графоне стоит. Стар... Так тут враги другие. Да. Что тут за Брайтман? Брайтман — это тот чувак, который у меня был в 4-м Мегамене, и уровень точно такой же из 4-го Мегамена. А почему тогда... Это называется Мегамен. Не знаю. В смысле один? Может, он всего один на Game Gear? Если что-то... Не, ну, кстати, да, он на графоне создается. На порядок так лучше, чем на этом. На порядок лучше, чем на нас, в общем. Не, ну, так как я вижу уровень 4-го, он очень похож на 4-й. А это именно уровень 4-го, один в один. Не, ну уровень пускай будет 4-го, я говорю, что, ну, в смысле, да. Я про графон, типа, то, что, ну, вообще, то есть, неплохо очень, да, очень я бы даже сказал, неплохо. Тут, блин. А вон, псину можно было бы. Ну, да, это определенный первый. Это. Очень похож на 4-й. А это не еще даже, просто видишь, там бра... А, ну да, смотри, эти штуки, которые стреляют этим. Mm-hmm. Были, которые у тебя под катик. А, ман, в описании к ютубовскому ролику написано, что Мегамен Game Gear — это смесь 4-го и 5-го. Прикол. Не, ну графонисто вообще-то. Да и вроде и по сложности вроде. Ну, по строению уровня, по сложности вроде пока все нормально. Мне кажется, такая добротная игра на Game Gear, мне кажется. Не? Ну, вполне ничего так, особенно если что-то Game Gear, да. Ну, я и говорю. Мне нравится. Я бы даже поиграл, если бы мне выпало большим удовольствием. Господи, Solitaire Poker, тот самый, который Грейн попадался. А вот Power Rangers на Game Gear. А, да, есть такие. Там, по-моему, даже какой-то, по-моему, там даже есть типа режим что-то типа такого файтинга. Ну, типа, с другом играть по это через кабель. По-моему, даже можно. Не помню, правда, в коопе там можно играть или нет, да? Честно говоря. Помню, что там, типа, эти, с некоторыми врагами, типа, как в файтинге надо один на один, типа, так драться. Mm-hmm. Господи, сколько спортивок на Game Gear. Мне уже и НХЛ, и НФЛ, и FIFA. Причем все 96-е попались. Норм. Bugs Bunny и Double Dragon. Disney Aladdin. Кстати, на... Bugs Bunny, чего ты сейчас сказал? In Double... этот. А, In Double Trouble. Да. А мне показалось Bugs Bunny and Double Dragon. Я понял, да. Я очень похоже. О, диснеевский Аладдин. Кстати, на Game Gear он еще отличается от остальных двух, которые я знаю. Да, я видел.
Может, ну не играл, но я так скриншоты краем глаза видел. О, Формула 1 World Championship Edition. Конечно, так неинтересно. Вот если бы ты выбрал тогда, я бы поржал. А так, то, что ты там выбираешь, это так, ты письки по воде. Я тоже так могу повыбирать, а чё толку? Я тут смотрю, что может быть. Ну, смотри, Брайт. Ну, там Брайт прилетел. Прилетел Брайтман. И умер Брайтман. Посмотрим Power Ranger. Это то, о чем я думаю. Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers in here. Mm-hmm. Это тебе попадалось? Mm-hmm. Как я помню, одно из веселых переводов могучие морфины. Могучие морфины. Power Ranger. Как-то там. Ага. Женщина вылезла из мусорного бака. Отправила луч на землю. Голова в банке сказала роботу, что мир в опасности. Помните, с этого начиналась каждая серия. Да, ну там есть Link Game. Ну да, это такой типа. Такой довольно паяненький битэмап. Такой типа битэмап, ну, типа такой паяненький довольно. Нет. Лучше. Ну даже не совсем битэмап, это скорее такой. Что-то даже типа местами файтинг, что ли. Там враги, короче, ну типа выходят по одному на тебя. А потом в конце больше. Приходит. Можно даже в голову словить, типа это. Даже есть эти унитазные чувачки. А вот они призывают этого динозавра, птицу. А кто там еще был? Кошку, носорога и еще быстрее. О, они превратились в Мегазорд, или как это дерево называлось. Да, Мегазорд. Это хотя бы на Power Ranger похоже. Мне то, что надо и не было. Ну тут хоть монстры на монстров похожи, а не на, блядь, и зеркало, и не на фотоаппарат. Game Boy! Mighty Morphin Power Rangers. The movie. Посмотрим на геймбой. А, на цветном, что ли, даже? Ну-ка. Надо музон заценить. Блин, тут даже соло, тут есть даже гитарное соло. Сейчас. Вот сейчас будет. Вот оно.
трёхал. Я прям чувствую, как мне бой делает это. Ты прям уже чувствуешь, как ты хочешь в неё играть. И слава, да, как достать из трусов значок красного рейнджера, крикнуть там какую-то хрень, которую он кричал, не помню какой. Ё-моё! Вот это дерьмо! Чего дерьмо? Она очень дерьмово выглядит. Несмотря на прикольный сон в начале, она выглядит довольно дерьмо. А мой персонаж тут хоть есть? Там что-то в этот момент пропустил. А, во. Айша. Желтый рейнджер. Правда, точно коричневого похода. Миль. Синий рейнджер. Рокки. Красный. Я всегда даже не знал, что их так зовут. Красный рейнджер. Томми. Белый рейнджер. Хотя он был зеленый. Адам. Черный рейнджер. Кимберли. Розовый рейнджер. А, пизда ставшая была? Ну, выпили, да? Ой, ты даже стадию выбирать, короче, можно как Мегамэн. Вау. И... А потом оказывается, что это Мегамэн. И нужно выбрать себе одного из шести рейнджеров. Ну, и чувак, или кто бы это ни был, он выбирает розового рейнджера Кимберли, который почему-то одета в какое-то кимоно и повязку. И она ходит, убивает вот этих унитазных чуваков. Помнишь унитазных чуваков? Я вообще не смотрел Power Rangers. А, ты не смотрел. Там, короче, были такие чуваки, которые этот, ну, типа, особо, ну, массовка. Которые, короче, драться не умели, ну, особо так, массы в основном давили. И, короче, они разговаривали, как будто, знаешь, как будто тебя так взяли за ноги и в унитаз так окунули. И ты пытаешься в это время кричать. Получается, вот такой... Вот примерно вот так ты выглядит. А вообще она превратилась в розового рейнджера. От этого она ходила в кимоно. Кимоно или в юкате? М? Кимоно или в юкате? Я не знаю разницы, поэтому пусть будет кимоно. Давай, на. Зачем все один удар? Ногой. Бью, блядь. Каратэка Пауэр Рейнджер. А, не, рукой еще может. Так, вот она идет, да. Какой-то жирный свин пришел. Такой жирный, толстый, пузатый хряк. Желтый рейнджер. А что, не будет битвы на роботах, там все дела, как, ну, как в мульти. Ну, в смысле, в сериале. А в конце-то хоть кого надо убить. Ну, хитин. Черт себе. Мегамэн был это интересен. Он хотя бы прикольно выглядел. Это похоже на дерьмо. Правильно, у тебя что, деньги, что там, я смотрю, заканчиваются? Тут там уж какой-то... Я заметил, аттракцион уже построить не можешь, там красненьким он горит. Еее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 eee
аттракцион. Ну, типа, когда строишь аттракцион, они типа такие «Е-е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 -
Не, я просто помню, что они так делают. Такие, Правильно, они же так делают, да? Я сейчас никого не обманываю. Видишь, я не склонен к обману. Ты меня обманул, сказал, что пролист построил магазин рядом с туалетом. Обманщик. Ой, это что такое, там бои без правил? А, смотрю, пролисты денег нет. Мани. А, пролист в минусе, пролист в минусе, у тебя уже... А, это нормально? Ну ладно. Ты уже должен кому-то почти 10 кусков. Пролезь, ты кому-то уже должен 10 кусков мафии. Потом приедет мафия, сожжет твой парк и убежит. Я помню, опять же, в Сан-Андреаске, когда в казино проигрываешь, потом и выходишь из него, делаешь два шага, и тебе приезжают черные машинки. Да? Да. Там просто... Чего просто? Я не обращал внимания. Не, просто там, играя в казино, в Сан-Андреаске можно уйти в минус. Я, видимо, не уходил. И вот, по-моему, после 10 тысяч в минусе, тебе сразу такой звонят на мобилу, и где мои деньги? После того, как ты кладешь трубку, они тут же подъезжают и начинают в тебя стрелять. И что, они потом, типа, ну, тебя преследуют или что? Ну, что-то подобное. Во всяком случае, ты выходишь из казино, они почти, ну, ты буквально делаешь два шага, хорошо, что если у тебя машина рядом стоит, ты можешь в нее сесть, а так они просто едут по дороге, останавливаются и выходят. Ну, а ты еще убить не можешь. А я, насколько помню, у них ХП больше, чем у спецназовцев. Ну, еще. И пока ты в них стреляешь, они вчетвером из машины вылезли. Ну, еще. Вот попробуй замочить. Мне ни разу не получалось, за сколько я помню. Хотя у меня всего два раза такое было. Устанавливаю, специально проверю. Я помню, там были автоматы, на которых можно миллионы проигрывать, выигрывать. Точнее, там рулетки, столы вот эти вот. Я в рулетку играл красный, черный, так сыграл 15 миллионов. Нормально. Я думаю, так профессионалы играют. Красный, черный. Просто, кстати, вот этот аттракцион можно посмотреть, в котором вот эти вот клоун обливает водой мужика в цилиндре? Ну, нельзя. Жалко. Я посмотрел. Вдруг это тесак. Обливает очередного педофила апельсиновым соком. Скругляться надо. Это что-то как-то я за последние два дня не очень выспался. Ну давай, пролист, тащи. Тащи парк. Давай, чуваки, пока. Спокойной ночи. Я тогда тоже пойду, пролист, удачи тебе.
Thank you.
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 What?